Ну что ж, продолжим смотреть тамагочики. Вот мы посмотрели ID. Кстати, у меня куча еще вот таких всяких карточек есть. А это от IDL. И если честно, я сделала большую глупость. Смотрите, у меня IDL в таком красивом чехольчике. Кстати, а вот этот в таком. К сожалению, сегодня он сделал мне пока. 5 уже было персонажей, выращенных, выбранных. Ним я реально с ним как бы ходила, но случилось так, что я забегалась и просто забыла его дома, и он, к сожалению, умер. Вот. Также у меня есть вот такой вот. Вот, умер он уже давно. С пирсом. Это пирс малыши. Сейчас я вам от него покажу. Я думаю, вы знаете, что те, кто как бы любит тамагочи, если мы снимаем пирс, и можно одеть родную заглушечку. Не люблю, если честно, эти заглушечки родные одевать, потому что она резиновая, и ее тяжело всунуть. Но я смогла. Вот. Пока его оживлять не буду. Оживлю вот этот, или же сейчас я дойду и покажу вам еще один тамагочи, который бы я хотела запустить. Но он из новеньких. И с ним у меня вот такая вот книжечка. Очень, очень классненькая. Очень интересная инструкция. А вот где показано, что нужно, чтобы выбрать именно этого персонажа. Вот, что им давать. Ну и так далее. Так, поехали дальше. И сейчас я вам хочу показать... Сейчас я только найду. Вот такой вот. Это тоже, кстати, с энциклопедии. Вот, чупи. Они есть разные, но вот мой такой, кстати, с ярлычком оригинальным. Вот, я еще не... Ну, я его запустила только когда проверяла, что он работает. Он тоже очень долго лежал и имеет небольшой дефект с экрана. Но мне, откровенно говоря, это не принципиально. Так. Ой, это тамагочик моя любовь, я очень долго за ним гонялась, у меня такой был в детстве. Это тамагочи с вот таким вот петушком, вот, который выпустили к чемпионату во Франции в 2002 году. Вот, и мне он очень нравится, если честно, я его просто помню с детства. Этот я только проверяла, вот, и если у вас будет желание, то с удовольствием как бы сниму видео и покажу вам его действия. Также у меня в коллекции есть как бы хлама тамагочи. Кстати, вот эти вот, они тоже есть в энциклопедии. Я, типа аналог тамагочи, но, честно скажу, это очень плохая подделка на тамагочи. Вот. Также у меня есть вот такие вот брелоки. Вот, от тамагочика. У меня их только 2, их, конечно, гораздо больше. Вот, и они мне очень нравятся, но я их не ношу, потому что не хочу испортить. Они вот так еще открываются. Что этот, что тот. Так, это мы отложим. Дальше у меня есть вот такая вот коробочка. Сейчас я пытаюсь... Ой! Вот такая коробочка, и тут целая куча тамагочиков, которые я вам сейчас, в общем-то, буду. И тут целая куча тамагочиков, которые я вам сейчас по очереди буду показывать. И начну с вот этих. Это... Ой, упал. Это моей дочке. Вот она с ним долгое время ходила. Это мой. Видите, по нему видно, он затасканный очень. Это 2 Tamagotchi Friends. Они черно-белые. Вот. И они на английском языке. Но помимо этого у нас в коллекции есть еще вот такой вот.
Он на русском. И это вот просто моя любовь, потому что он в коробочке. Он в идеальнейшем состоянии, хотя я его взяла бэушным. И он тоже на русском языке. Так, ну что, давайте будем теребить коробочку волшебную. Вот такой вот мне достался тамагочек инопланетянин. Включала его чисто проверить. Вот. Еще не, скажем так, не играла. Вот, но у меня это в планах. Есть вот такой вот. Это парк юрского периода. Тут динозаврики. Они есть вот в таком вот золотом цвете и в беленьком. Но мне очень нравится в золотом. И мне нравится, какой он рельефный. Вот такой вот есть тамагочи мишка. А вот, понятия не имею, чей. И он у меня упал. Рядом стоит моя Вика, она помогает. Тамагочи мишка. Также есть вот такой вот драготти в оригинальной упаковочке. Очень милый. Там тоже динозаврики, но его я тоже, как и все, запускала только проверить. То есть, ну, мне когда попадаются, я их просто беру, а дальше по возможности запускаю. Один из моих любимых – это вот такой вот тамагочи школа, тамагочи скол. Вот, это первая версия. И тамагочи скол у меня пока всего лишь один. Я уже говорила, что у меня есть тамагочи Angel. Вот мой Angel. И он в специальном таком вот кейсике. Все вот открою. Вот он. В такой вот красивой расцветочке. Ним я очень долго игралась, пока не начала психовать. Его просто выключила. Это Bandai P1. 97 года, а вот, тоже очень долго с ним ходила, и там очень стрёмный головастик, который сначала как какашка. Погнали дальше. Это тамагочи версия вторая, тамагочи Connect, вот. А я просто его включила, посмотрела, кто там, и, в общем-то, выключила. Знаю, что версия, по-моему, они в двух цветах есть, но у них разные версии. У меня версия вторая есть еще в оранжевом цвете. Это тамагочи. Так, погнали дальше. Тамагочи версия 3. Вот такие вот есть. Вот. Очень прикольные. С вот этими двумя. Этот, я его, скажем так, нарыла, купила, надлежит. Вот. А этими двумя с ними я ходила. Я вообще одно время ходила, у меня было 6 включенных тамагочиков. Вот. Это тамагочи версия, если я не ошибаюсь, 4. Нет, это или 3, и 5, или 4. Не помню, я еще не подписала, хотя в своем каталожике, у меня тоже есть каталожик тамагочиков, я вам его покажу. Он у меня, в общем-то, есть отмечен. И вот, еще два тамагочика, это 5-я версия. Вот, тут семьи. Ну, точнее не семьи, тут их по 3 персонажа. Вот, и мне вот этот очень нравится, потому что тут мамечи. Брелочек, видите, немножко такой уже подцвел. Вот. Также хочу вам показать, мне пришел новый. Вот, я его еще даже не успела открыть. Это тамагочи Ом, ведьмочка. А вот, новюсенький. А вот, и я думаю, что я его открою на видео, и мы с вами посмотрим, что это за такая вот классная штука. Я знаю, что, в общем-то, в интернете очень много. Вот. И я его уронила. Очень много этих всяких обзоров. Вот, но не уверена, такая куча тамагочиков, не уверена, или есть на русском. А, и вот мне пришла посылочка, которую я ее вчера забрала. Я знаю, что там, я это очень ждала. И сейчас я открою и вам покажу.
я почти открыла. Сейчас Вика будет пищать, потому что она тоже не видела, что в этой посылке. Вы слышали этот вздох? Тихо, держи себя в руках. В общем, вот такая вот у меня собатюня в оригинальной упаковочке. Вот, понятия не имею, какой это год. И что тут? Ну, по идее, тут, наверное, какой-то котик-собачка. Вот. И игрушка моего детства. Это вот такая вот панда. У меня была тоже такая панда, и я была в диком от нее в восторге. А вот, видите, тут три зверюшечки в одном. А вот. И мы обязательно включим его и проверим. Вот. Ну, в общем-то, с тамагочиками у меня все. Вы видите. Сейчас я делаю так, чтобы можно было вам показать. Ну, еще вот тут. Вот этот вот, который вы не видите. Вот. И я вам покажу, в общем-то, скажем так, свой документец. Вот. Где у меня отмечены эти серии. Ну, единственное, что пока у меня отмечены только те игрушки, которые Бандай. Ну и напоследок вот документ, который я создала, и в который я вношу тамагочики, которые у меня есть. К сожалению, тут пока еще не все, даже вот я сейчас открыла. Я поняла, что у меня Бандай не все. Ну, тут Бандай, вы эти видели. Вот, я осознала, что вот этот я не увидела в коробке. Хотя он у меня есть, следовательно, он где-то лежит, и я просто его не нашла. Вот, я тут указываю картинку с названием тамагочика, а вот год выпуска, видите, тут я еще не понаписывала, вот, и на каком он языке, то есть английский или, допустим, японский или русский. Ну и тут описание версии тамагочи. Вот, видите, вы эти все видели. А нано у меня еще нету. А вот тамагочи Франции, вот тамагочи микс, но тут нету юбилейного еще. Вот также у меня, вот видите, тут юбилейный должен быть, его нету. Вот школы еще нету. Вот, и там Go тоже еще сюда не внесла. Вот. Но все впереди. Он наполняется так же самое, как и киндеровские. Вот. Поэтому надеюсь, вам понравилось это видео и идея, как я классифицирую свои тамагочи. Вот. Буду благодарна за лайки, за вопросы. Вот. Возможно, те тамагочики, которые новые, я в них еще не разобралась. Я сниму отдельное видео, мы разберемся вместе с вами. Вот. Не болейте, здоровья вам. Пока-пока.